Сейчас вам покажу частушки Высоцкого, написанные к восьмилетию театра на Таганке. Не ищите их в записях Высоцкого, наверное, их нет, я слышал от Жигурды. Вот так вот они играются. Кузькин Федя сам не свой, дважды не пропущенный, не приснился чуть живой, в самогон напущенный, сбрил усы и сошел на нет. Есть чего расстроиться, восемь бед, один ответ, а Бог любит троицу, эх, раз и еще раз, в Волге с чайками у нас, дорогих гостей мы встретим еще много-много раз. Удивлюсь сегодня вас вот такую шуткою, прогрессивный Петр Вайс оказался сухою. Это Петр мимо сада, в саду растут дубы, пусть его Марат-Ахат ставит белые столбы. Не идет Мокинпот, Гинзбург проголодь живет, но кто знает, может, Петр по-другому запоет. От столицы до границы мучают вопросами, как остались мы без лиц, как остались носы мы. Через 8 лет прошли, мы поднаторевшие, наши лица сберегли, малость постаревшие. Но пока мы не горим, мы еще поговорим. Впрочем, жаль, что наши лица не увидят за граница. Песня слон, конёк, гляди, не совсем прикрытою, и маяч впереди, мастер с Маргаритою. Сквозь пургу маячит свет, мы дойдем к родимому, ведь всего-то 8 лет нашему любимому. Выпьем за здоровье Юрия Петровича, можно нам топереча Александра Сергеевича, можно нам топереча Александра Сергеевича.